2020 год по указу президента нашей страны объявлен годом памяти и славы. Мероприятия по этому случаю проводятся и сейчас. Так, 16 октября в Зарайске открылась юбилейная выставка, посвященная подвигу жителей Московской области, оборонявших Москву осенью и зимой 41-го и 42-х годов. Организаторами выставки стали издательский дом «Комсомольская правда», Банк Возрождения. Также активную поддержку оказало Министерство культуры Московской области. Прямо под открытым небом на больших стендах представлены фотографии и документы из российских муниципальных архивов и редкие кадры из архива газеты «Комсомольская правда». Все они о событиях Великой Отечественной войны. Как это было? Без прикрас. Мы в очередной раз в этом году собрались по поводу победы 75-летия Великой Отечественной войны. И сегодня у нас открывается прекрасная выставка под эгидой «Комсомольская правда» и с помощью нашего банка «Возрождения». Для чего нужна сегодня эта выставка? Вы знаете, и особенно молодежь, только слышали или смотрели в фильмах, как это было, как это происходило. Но сегодня эта выставка нам даст возможность посмотреть наглядно, потому что эти фотографии, все те фотографии, которые были именно сняты в то время. И немножко даст увидеть это все немножко с другой стороны. Спасибо организаторам, что эта выставка проходит в нашем городе. Спасибо, Николаевна, вашему банку, что помогли, наверное, профинансировать эту выставку. Всем желаю крепкого здоровья, успехов и хорошего настроения. Посетить и посмотреть выставку может любой желающий до конца этой недели. Людмила Смирнова, Герман Беляев, Константин Куянов, студия КВАН, Зарайское кабельное телевидение.